я на кафедре известной математики на факультете инноваций и высоких технологий. Я хочу порекламировать наши летние зимние школы. Камбал, когда начинают комбинаторики алгоритмы. Вот, и там, соответственно, значит, они нацелены не на олимпиады, а на изучение интересной математики, связанной именно с дискретными областями. У нас комбинаторика, история алгоритмов. Вот, и там такие мини-курсы из 3-4 лекций, да, про что-то интересное. Вот, ну, в частности, зимой я читал про то, что я сейчас буду рассказывать, про теорию общественного выбора.